Вот, ребят, дождик хоть немного потише стал. Время почти там 9 часов, а приехал я сюда в 4. Вот все это время прячусь от дождя. Да и рыбы особо нет, вообще тишина на воде. Посмотрим, может, как-то рыбка себя проявит. Друзья, всем привет. Короче, выбрался сегодня на рыбалочку. Ой! Решил поехать на Аку, открывать новое место, дали мне точку. Посмотрел погоду, ну, вроде да, там вроде дожди должны быть, но там как-то непонятно. То ли до обеда, то ли там все утро. Ну, в общем, решил поехать. Ехал, значит, в сторону Каширы, уже проехал до Домодедово. Короче, пошел ливень. Причем ливень такой конкретный. Сплошная стена, вообще ничего не видно. Свернул на заправку. Там где-то, наверное, полчаса постоял. Думаю, ладно, поеду дальше. Еду, еду, еду. Короче, впереди авария. Причем авария, я так понимаю, конкретная. Как раз вот, наверное, дождь пошел, и там что-то... Кто-то с кем-то столкнулся. В общем, пробка все растет и растет. 40 минут стоял, 50 минут стоял. Ну так, еле-еле потихоньку двигаемся. Ну, понимаю. Ну, значит, все. Видать, новое место мне не судьба открывать. Сворачиваю, ну, приехал сюда, в район Ступино, на, так сказать, одно из самых своих, наверное, такое, часто посещаемых мест. Приехал, вроде как-то дождь закончился. Пока туда-сюда спустился к берегу, и как он зарядил, наверное, со скольки? С 4 я здесь, наверное, с 4:30. Вот сейчас время 9. Вот вроде какое-то прояснение. Хотя сейчас обещают дальше дождик. Ну, короче, вот так вот. Ну и рыба особая вообще не плескается. Сейчас вот было пару каких-то выходов жереха. Там, тут показался и все. Ну, посмотрим, ребят. Порыбачу. Все-таки хочется поймать рыбки. Чтобы как не с болтом, да, отсюда уехать. Хоть там одного-двух поймать. Но все зависит от погоды. Все зависит от погоды. Если дальше будет ливень идти, дождь. Ну, смысл сидеть здесь. Так что вот так. Комплект сегодня у меня, ребят. Новая палочка. Это Zetrix Hyron. В росте 2,44. В тесте 7,28. Ну, взял. Больше взял для того, чтобы попробовать, как он себя будет чувствовать зимой. Колечки вроде, ну, более-менее... И небольшие, и не маленькие. Но хвалят его. Взяли мы две палочки. Взял Мишку и взял я. Нам они обошлись по 6 тысяч рублей. То есть, можно сказать, вообще бюджет. Вот. Но при этом палочка интересная. В руке лежит. На мой взгляд, очень интересно. Ну, ложится. Вот. И под мышечку можно его. Хороший. Здесь, конечно, фурнитура не Фуджи. Но тоже неплохая. Ну, вот прям вот такой вот он джиговик. Вот. Ну, пока вот, так сказать, обрыбить его не получилось, но по первым впечатлениям палочка интересная. Строгая, это не экстра фаст, ближе, наверное, к фаст. Вот, ну, так лежит хорошо, довольно-таки легкий. Интересная палочка. Ну и Shimano Stradic 4023 года, шнур 0.8 восьмижильный. Ну и приманки там, блесенькие, в основном у меня пака, пилькеры всякие разные есть. Вот, вокеры, воблеры, стики. Ну, как всегда, в принципе, такой, наверное, комплект стандартный для ловли жереха. Ну, посмотрим, ребят. Есть, конечно, надежда, что рыбка будет, но пока что-то как-то вообще никак. Ладно, буду начинать или продолжать. Одним словом, пытаться поймать рыбку. Поехали. Есть, ребят.
Есть. На такой скоростной проводочке взял. Опа. Взял на пака такую под натуралочку. Сейчас, ребят. Ага. Сейчас мы его будем вытягивать оттуда. Давай. Ага. Ага. Вот он. Вот он, вот он, вот он. О, ребят, хороший жерех. Ох, какой красавец. Вот он, ребятки. И взял на агрессивную проводочку. Ребят, ну смотрите, килошник прям такой. Класс. Класс, класс, класс. Ну вот палочку обновил. Слушайте, как она удар отыграла. Вообще прям такой удар в руку. Ай, ты мой хороший, а. Спасибо, родной. Ну вот уже настроение мое вообще кардинально меняется. Ай. Ребятки, ну смотрите, какой хороший, а. Вот такой прям келушник. А, ты мой хороший. Прям так заглотил-то жадненько. Угу. Вот взял вот на такую вот пака в натуралке. Ну, сейчас я еще ее покажу. Сейчас мы этого товарища отпустим. Ты смотри. Ой, ты красавец ты мой. Братан, спасибо тебе большое. А, ребятки. Здорово, пацаны! Ай, хорош. Ну давай, братец, спасибо тебе большое. Давай, готов? Готов? А, давай. Спасибо, друг, спасибо. Блин, вообще. Сразу прям настроение мое. Слушайте, как он долбанул, ребят, на такой агрессивной проводке. Ну, взял вот на такую вот паку, вот под натуралочку. Под натуралочку. Слушайте, ну хорошо палочка отыграла. Я прям кайфанул. То есть прям бум! Звонкий такой удар. Нормально. Нормально. Ладно. Продолжаем разговор. Сегодня, правда, какое-то аномальное утро, что ли, непонятно. Ну вот еще, наверное, где-то полчаса, минут 40 я покидал. Погода вроде нормальная. Дождя не было. На водоеме вообще тишина. Я здесь был, когда я здесь был? Ну, неделю назад, да, те выходные. Ну, то есть, рыба была, тут там играл, вот сюда подходил, а это вообще тишина. Да, кое-где что-то покажется и все. Интересно. Ну, вообще зеркало на воде. Нет его? Вот. О, вон он где, за спиной ударил. Возле берега, но это вряд ли возьмет. Не добросил я. Вот так вот. Хитрый тип. Но это может быть и не он. Не хочет. Я уже приманки там всякие ППП поставил, поэкспериментировал. Не хочет. Ага, вон сыграл что-то, но это не он. Или он, но очень маленький. Ну давайте кинем. Посмотрим, кто там сплеснулся. Может возьмет. Вот что-то как-то вообще тихо. Да, не доехал я до нового места. Хотя мне сказали, там жереха раз в 300 больше, чем здесь. Ну, не знаю, но на следующий раз точно доеду. Так, ладно, значит, надо передохнуть. Сейчас, наверное, перекусить надо. Ну и посмотрим, может, попозже выйдет. Ну, что-то как-то вообще тихо-тихо. Да. Короче, ем. Батя мне присылает. Считай, 3 недели назад, ребят, я приехал с Дона. Вот. Я тоже так более-менее отловился там. Потом тишина. Там почти неделю была. Ну, короче, я уехал. Батя тоже уехал там на охоту туда-сюда.
Ну вот он приехал. Ну и сейчас он на Дону. Он сейчас мне там видео прислал короткое и фотки. Ребят, это вообще просто. Как все-таки различаются водоемы. Вчера он мне прислал фотки. Он поймал сколько? 9 штук он забрал. Остальных отпустил. Говорит, как из пулемета. Ну, такие полтора, там два. А сегодня утром переправился на ту сторону, как раз вот где я все это время ловил. 2, 1,5, это как бы он так говорит. Самый большой, ребят, 4,9, короче, почти 5 килограмм. Ребят, я, наверное, вот в этот видос выложу его, там ролик он на телефон снимал. Вот. Еще, говорит, один взял, примерно такой же, говорит, в коряге завел. Вот так вот. Эх, сижу и думаю, блин, хоть на выходные, может, туда стартануть. До Волгограда доехать. Да, в принципе, что тут? Вечером сел, утром там. 2 дня отловился и обратно. Такая, конечно, замануха, ребят. Ну, таких жерехов половить, блин, как из пулемета. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот так вот. Наверное, ребят, ставлю, обязательно увидите, как он там нахерачил. Да. Ну а что здесь? Сижу, наблюдаю. Тишина вообще, мертвый водоем. Да. Погодка вроде прояснилась хорошая. А жереха не видать. Ладно, ребят, я перекусил. Пойду. Че сидеть? Надо пытать свою удачу. Пытаться поймать рыбку. Может, еще один клюнет. Один в зачете есть. Я смотрю, как ты их пахан наловил. Там такие вообще шаланды. И этот на килограмм. Я ему так рад. Ой, блин. Но вдруг и у меня такой возьмет. На оке. Ладно, братцы, пойду. Время не буду терять. Пойду. Да, ребятки. Что-то как-то вообще, блин. Уже даже не знаю, что ставить. Блесенькие пилькеры уже все поперекидал. Его и не видать. Так, где-то кое-где покажется. Он уже, блин. Так, по очереди меняем, может, на какую-нибудь возьмет. Самое интересное, его здесь не видно. Неделю назад бил, играл, подходил он сюда. То есть, ну, в принципе, в достатке был. Там взять, не взять, другая проблема, но он был, а это его нету. Вот одного я взял, он так метров, наверное, 40 от меня вот там. Смотрю, всплеск, думаю, дай кину. Кинул. Бам, есть. Но он показался, я его увидел. А так вот ставлю, кидаю, его не видно. Да. Ну, еще немножечко, ребят, поупираюсь. Потому что, если честно, вот, немножечко поднадоело уже. Кидаешь, 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 тишина. Если бы я бы еще его видел, тут было бы другое, да? Взять, не взять, там какие-то приманки подобрать, под носом и попасть, еще что-то. А это вот его нет, кидаешь как в ванной. Да, жалко, не доехал я до нового места, блин, а. Теперь буду думать. Может быть, там было лучше, а может быть, там вообще бы ни хрена не было. Ну, сами все понимаете, рыбалка дело такое. Да. Ну, сам в перекат попробую кинуть. Я, в принципе, так и кидаю. Сюда кину, туда кину, туда кину, потом сюда кину. Ну, то есть еще проводочки разные всякие пробую. Есть, ребят, есть. Самое главное, я поставил маленький спиннербейт. Его на него взял.
Офигеть. Причем жирит-то неплохой. Жирит-то неплохой, ребят. Там тройники такие маленькие вообще. Ого. Фига себе, блин. Вот это да. Вот это да. Опа. Фига себе, блин. Ага. Блин, хороший жирех. Хороший жирех. О, нифига себе, блин. Такой, наверное. Ну, ребят, наверное, такая добрая полторуха. Ничего себе, блин. Ух ты, да какой. Ничего себе, ребята. Да это двундель, блин. Ребят, ну я решил с ним выйти на берег. Вы посмотрите, какой, а. Ну такой, наверное, ну два точно в нем есть. Вешать не буду. Взял вот на такой вот спиннербейт, ребят. Ну, я крупней на окене ловил жереха. Вот это да. Это на такой маленький писючный спиннербейт взял. Офигеть. Ладно, ребят, сейчас будем его отпускать. Опа. Тихо, 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 дружбан, тихо. Сейчас. Опа. Хороший. Ну такой, 2+. 2+. Ой, дружочек, вот это ты меня удивил. Вот это ты меня удивил. Сейчас, сейчас я тебя приведу в порядочек. Давай. Сейчас, ребят, задышит. Сейчас. Он так, наверное, чуть-чуть шокирован, как и я. Брат, ну спасибо тебе, блин. Вообще. Смотрите, какой, ребят. Ну, такой 2+, это точно. Вешать я его не буду, что рыбу мучить. Он и так, он, видите, что-то подустал. Ну, ничего, сейчас придет. Ага, ага, давай. Пошел. Нет, что-то... Все, пошел. Ага, ага, все, пошел. Нет, что-то не хочет уходить. Что-то не хочет уходить. Дружок, ну ты чё, я тебя забирать не хочу. Ты давай это. Давай еще, постой, постой. Постой, ну пусть рыбка придет себе. Пока я на берег там вышел. Ага. Да нет, так вроде резвый. Ага. Все. Пошел. Пошел, пошел, пошел. Ага. Что-то ни хрена он. В кустах встал, что ли, не пойму. Или пошел. Что-то где-то здесь был. Нет? Да нет. Ну, вроде ушел, ребята, вроде ушел. Да не, я его там поранить, поранить я его не поранил. Вытащил. Два крючка там за губу. Ничего такого там не было. Класс. Вот это да. Я сколько блесен перекидал. И так, и не так. И такие блесны, и не такие. Думаю, ладно, надо собираться. Что-то полез в коробку, думаю. Да я этот маленький спиннербейтик поставлю. И вообще хотел его джигом попробовать. Кинул он там что-то как-то... Не стал нас сначала работать, я так твичем раз-раз его. Бам! Офигеть, блин.
Вот это да. Ой, меня зашатало. Вот это да. Фу. Может, ему блесны эти не нужны, блин. Спиннербейт ему давай. Такой вот маленький. Я его что-то покупал на Озоне. Их было у меня два. Один я на Москва-реке оторвал. Также пытался джигом там под проводку сделать. Вот он. Весит, по-моему, 14 грамм. Пи. Ну так вот. Ладно, ребят. Ну что, сейчас я еще сейчас останусь. Останусь я еще. Попробуем еще попытать счастье. А вдруг? Кто его знает? Ну что, братцы, решил я заканчивать сегодняшней рыбалочкой. Еще покидал-то где-то, наверное, полчасика. Тишина. Ну и думаю, ладно, все, надо заканчивать. Время уже ближе к обеду. А, ну что, в итоге, да, если подводить итог рыбалочки. Понятно то, что я не попал туда, куда я хотел. Там дожди, не дожди, дороги, не дороги. Это другой момент. Приехал сюда же на перекат. Да, там дождался, пока пройдет дождь. Взял одного. Ну, хороший такой, килошник. Все, потом кидал. Особо его и не было, и не видно. Он и не играет. Уже, в принципе, ребят, собирался уезжать. Думаю, да, поставлю вот спиннербейт. Буквально там, не знаю, второй или третий бросок. Получается, кидаю, и он немножко спутался, что ли. Я не знаю, чувствую, что он как-то, ну, проводка не получается. Как-то он там виляет, играет. Думаю, дай потрясу его. Бам! Удар. Ну, ребят, вы сами видели, да? Офигеть. Ну, такой жирик, я думаю, два в нем точно. Два плюс, 2200, может быть, 2300. Вот такой вот. На оке крупнее, ребят, я не ловил. Так что можно сказать, то, что я сегодня побил свой рекорд на оке. Вот. Ну, так вот, по эмоциям. Ребят, я доволен рыбалкой. Понятно, что рыбки немного, но зато какая рыбка. То есть первый килошник и это, да, там 2+. Блин, ребят, очень доволен, что я сегодня приехал. Конечно, хочется больше поймать. Конечно же, хочется и трофейную рыбку поймать. Но как получилось, так получилось. Если есть эмоции положительные, значит, приехал не зря. Сейчас буду ехать домой, у меня будет хорошее настроение. И буду очень доволен и рад. Вот. Так что так, братцы, вот такая вот получилась рыбалочка. Надеюсь, следующие выходные все-таки я поеду куда-нибудь в другое место. И мы с вами будем, так сказать, познавать другое место и другой водоем. Вот. Что хотел еще сказать по поводу палочки. Да, Zetrix. Хайрон. Блин, затупил. Палку только купил. Ну вот, как же он читается. Zetrix Хайрон. Хорошая, ребят, палочка. Инструмент прикольный. Особенно вот для джига или с лодочки. Нормально. Что сказать по броску? Ну, в принципе, так швыряет неплохо. Блесеньки я сегодня кидал, но для блеса, мне кажется, все-таки такая палочка нужна более длиннее и более такая поживее. Этот все-таки он такой. Вот он прям джиговик. Хороший. Вот если вот для зимы он пойдет, колечки не будут мерзнуть, хотя бы более-менее можно будет ловить, он обязательно как бы сделает свое дело. Мне очень понравилось. Лежит удобно. Вот бланк прям вот лежит хорошо под плечо. Держать удобно. То есть он такой чуть на конус сделан. Как вот пальчик класть, очень удобно. Хороший, отзывчивый. Поклевочки. Вот две поклевки я прям дынь четко почувствовал. Вот, так что так, ребят, ну я обязательно сейчас в конце видео вставлю фоточки и видосик, как там пахан ловит, каких жерехов, там, блин, таких жереха. Вот, посмотрите, зацените, какая рыбалка на Дону. Ребят, ну может быть, не знаю, если у меня получится, найду 4 дня и как бы домашние меня отпустят. Я по-любому стартану и надеюсь на Дону половить рыбки. Ну а на сегодня все, братцы. Спасибо всем, кто смотрел. Всех обнял. До новых встреч. Ну вот 7 августа приехал после охоты на сурков. Охота добычевая была, нормально. Получил приз лучшего стрелка.
Вот. Здесь никто не дает, прислушал рыбака. Ну, какая рыба была, такую и ловил. Монстров не было, кило полтора. Но клевало, как из ведра, с рассвета до 6 ровно. Ну, в принципе, отлично. Это на этом берегу. Завтра буду пробовать другой берег, может, там будет покрупнее. Река Дон. 6 утра. 8.08. Почему так подробно? Потому что в этот день установлен личный рекорд. Показываю блесну Пако 14 грамм от Pantone 21. На нее был пойман монстр. Сейчас покажу. Я таких еще не ловил. Я думаю, он потянет где-то, наверное, под пятеру. Самый маленький из тех, которые покажу, это где-то полторуха. Вот я взял 5 штук. Ребят, вот один из них. Опа. Ой, бляха. Пардон. Вот такой вот монстр. Придем, взвесим. И зафиксируем рекорд. И я таких не ловил. У меня рекорд 3600. А этот, я думаю, где-то под пятеру. Ну, кайф просто бешеный. Выводил я его долго, когда вывел, буквально на одном крючке тройника он висел. Пришлось применить все мастерство, терпение. Ну и мы взяли его. 8.08.24 года. А река Дон. Ой, какой кайф.